Ребята, всем привет! Наконец-то выбрались на очередную рыбалочку, уже на летнюю. Зимой, как вы помните, мы ничего не поймали. Попробуем теперь в летнем сезоне. Выбрались мы на секретное место, на карьер, на закрытый. Про него мало кто знает. Хочу поставить морды, с собой удочки, прикормки, экран. Но вода очень спала сильно. Только что спускался, смотрел. Не знаю, как мы поставим морды, получится или нет. Смотрите сами. И сейчас дойдем до места и покажу вам, что за морды, что за экран, что за водоем. Вот такой, ребята, водоем, как вы видите. Очень стало мелко. Раньше это все было под водой. Я здесь уже не первый год. Направляемся мы вот здесь на каменном острове. Есть беседка. Сейчас попробуем там. Посмотрим, что, как там. Чтобы закинуть можно было морды. Потому что очень мелко. Пойдемте. Здесь уже поглубже, попробуем здесь. А вот беседка, про которую я вам говорил. То есть она ничья, кто-то просто построил. Конечно же, варвары поломали уже, вагонку оторвали. Но так идея у кого-то была хорошая. Все, сейчас вещи ставим здесь. Покажу, какие морды взял. И сейчас одну поставим. Вот такая морда открывается. Туда сейчас хлебушек. Купил еще подкормку. Я веревки не вижу на ней. Вот штучки открываются, и она раскрывается. Веревок нет, вот на маленьком месте. Вот такие морды сейчас поставим, что поймаем, посмотрим. На пару часиков хотя бы. Так обычно, конечно, бы на сутки поставить. Прикольно. Оп, маленько. Поставим две маленьких. На больших нету пока веревок. Потом веревки сделаем. С собой не брал. Так. Такую прикормку думаю использовать. Это не реклама, прикормка рыболовная, жмых подсолнечника гранулированный и хлебушек. В одну морду черный хлеб положим с батоном, а в другую морду положим уже жмых. Я думаю, этого хватит, больно много уже. И батончика. Так, есть. Мусор забираем с собой. Так, гранула, она выпадет. Сейчас что-нибудь придумаем. Вот эту поставим, пойдемте. Как назло, дождик идет. Начинается.
водичка уже ничего прогрелась. Все, глубина самое то. Сейчас ставим вторую. Ну, вторую, наверное, вот рядышком с того камушка также поставим. И закинем удочки. Попробуем на удочке. Пойдемте за второй мордой. Сейчас как-то приспособим этот жмых, потому что гранула будет проваливаться через сетку. Установил вторую, и что-то мне не очень нравится, как я ее установил. Ну попробуем. И решил прям сверху посыпать. Раз он будет проваливаться, значит он провалится. Ну и туда тоже привлекем. Та прям хорошо стоит. Всю упаковочку закидал. А почему каменный остров? Потому что здесь один камень сплошной. Раньше вот здесь вот вода стояла, и прям видно было, как карасик ходил. Вода прозрачная, хорошая, и можно было со строгой прям побраконьерствовать. Ну все, ждем, сейчас удочки закинем и попробую экран еще поставить. Размотал удочку, рыбачить будем на хлеб. И вот где прикормил, прям здесь закинем, попробуем. Сейчас глубину найду. Грузила нам побольше. Взял одно грузило добавить, чтобы поплывочек стоял. И вот так зажимается. Сейчас я зубами. И чуть-чуть глубину подобавить. О, другое дело. Попробуем. Вот, о чем я и говорил. Но сильный ветер. Не знаю, как он там задувает, нет. Если задувает, то извиняюсь. Не от меня зависит. Ребята, вот нашел такой брусок, и попробуем
поставить экран. Ну, ради интереса, что будет интересно. Попадется рыбка, нет? Конечно, брусок такой тяжелый. Вот так это будет выглядеть. Неудобно, спустимся пониже. Все, вот так вот зафиксирую. И через час посмотрим. Так, сколько у нас время? 3 часа, в 4 часа посмотрим. А пока рыбачим на поплавок. Прошел час. Только тина. Брусок тяжелый. Сейчас перезакинем в другое место. Еще часик подождем. Сейчас проверим одну морду, самую дальнюю, она стоит плохо. Интересно, что там. Я вижу, ходит малек и очень много грязи сверху. Это шмык сверху. Ну и давайте сразу тогда ту проверим. Тоже интересно, что там. Кроме хлеба нету никого. Сейчас закинем еще, подождем.
сейчас жмых подняли вверх, сейчас рыба подойдет. Вот это вообще классно стоит на глубине, ее даже не видно, а тут видно. Ну что, пока рыбачим на удочке, на поплавок. Погода у нас то солнце, то дождь, то ветер, то тепло, то холодно, непонятно. Ну ничего, будем ждать рыбку. А если ничего не поймаем, то поменяем место дислокации. Поедем на другой водоем и попробуем там что-нибудь половить. Что-то, ребята, опять не клюет. Пойдемте проверим сетку. Стоит уже давно. Мне интересно, что там. Тут тоже ничего нету. Будем потихоньку сворачиваться. В общем, ребята, не клюет. Продолжается эта неудача. Но я думаю, не клюет, потому что рыбачили на хлеб, а надо на червячка. Сейчас проверим, что у нас в морды попалось. А пока скручиваю удочки и пойдем проверять. Рыбаков почему-то сегодня нету. Одного только видели, но он рыбачил вдоль берега и ловил ротанов. А на карася, говорит, кидают дальше и клюет сегодня и вчера, и кидают подальше. Видимо, на кормак ловят, ставят колокольчики, но это другие снасти. Ну хоть прогулялись, проветрились, вам снял такое хорошее красивое видео, так что обязательно подписываемся, рыбалок будет много, кролики будут, курочки, огород, все будет развлекательный контент, так скажем, развлекательно-поучительный контент. Так, удочку свернул, сейчас пойдемте проверим, что у нас в мордах.
по этим камням, ребята, наползался, аж уже мышцы болят. Первым делом проверим вот эту. Думал оставить на ночь, но как-то опасно. Кроме хлеба нету никого. Сейчас проверим следующую. Вон ту. Ну и тут тоже, ребята, к сожалению, ничего нету. Ну и будем прощаться. Так что подписываемся, пишем комментарии. И всем пока, до новых встреч.